Так, ну это видео я посвящаю нашим доблестным защитникам, полицейским, у которых нет совести. Если у тебя нету совести, зачем ты идешь вообще в милицию? Эти криминальные структуры работают с милиционером напрямую. Давным-давно. Милиция не позволяет брать вот это вот оружие психотронное и другое. Убирать неугодных людей, как говорится. Хотели убрать неугодных людей. Ну ладно, дело не в этом. Дело в том, что как бы заработать на кусок хлеба все-таки как-то надо. Тут работать не дают вообще. Нет вообще выхода никакого. Потому что я, например, выхожу на улицу, уже за мной вот эти бандюки бегут. Я захожу в какое-то заведение, они за мной уже бегут. Уже предупреждают, уже звонят, уже что-то делают. Ну, дело не в этом. Все равно они творят вообще полнейший беспредел. Я считаю, что это вообще полнейший беспредел. Я подала кучу заявлений в органы прокуратуры, в органы милиции о том, что меня избивали, грабили, насиловали, издевались. Ну, так как они, эти органы милиции, как бы тоже нарушают, превышение полномочий у них идет, то мне не остается другого выхода, как об этом рассказывать прямо в прямом эфире. Потому что ни одно мое заявление они не приняли. Ни одно. Вот у меня заявление, значит, вот это вот о побоях. То, что надо мной сделать. Значит, заявление у меня... Это мне уже высновок прислали. Высновок. Значит, заявление было такое, что непосредственно работники милиции, когда я приехала из Польши, в аэропорту не хотели меня выпускать. Просто подошли ко мне сотрудники милиции и сказали: ты, сука, отсюда никуда не выйдешь. Забрали у меня вещи, чемодан мой. И мне пришлось убегать. Я от них убегала. Про это есть заявление. Что меня забрали чемодан. Что я от них убегала. Меня там схватили и хотели побить дубинкой. Как я вырвалась, я не знаю, я убежала. Вот про это есть заявление, которые не рассмотрели. Заявление есть. Значит, следующее заявление. Так как прослушка идет при наличии телефона, и, можно сказать, они знают, что у меня там какие-то там, я снимаю где-то в каком-то банке деньги, что у меня есть наличные. Значит, подсылают ко мне засланного гонца. После того, как я забрала деньги из банка, моя подруга мне их передала. Эти деньги, ну, как бы на счету были у меня, но я дала ей на сохранение, она мне передала эти деньги. Они об этом сразу узнают, сразу. Подсылают ко мне своих ребят из этой бандитской группировки. Значит, он с меня срывает колье, Из сумки вытаскивает деньги, из кармана вытаскивает деньги, избивает меня страшно. И все. Я подаю заявление на него. Значит, заявление, что этот человек мне неизвестен, что так и так. По этому факту я обратилась на Первомайскую, улицу 21. Так? Значит, слушайте дальше. Это очень интересно. Значит, сотрудник полиции, к которому я обратилась, сказал закрыть все двери и никого не впускать и не выпускать в приемную. Это было в кабинете. Сотрудники полиции, их было около 6 человек, ну там 5-6, выходили, входили. Начали надо мной смеяться, издеваться и сказали, что заявление, которое я написала, надо выбросить в мусорный ящик. После этого я очень испугалась, набрала по телефону скорую помощь. Приехала скорая помощь, мне дали обезболивающее, так как я была в крови. И увезли быстренько по моему желанию, быстренько в поликлинику. Там мне сняли побои, мне оказали стационарное лечение. Мне пришлось уехать из этого города. Значит, через 2 дня я снова подала заявление, второе, но уже в другой участок, значит, по адресу Курская, 119. Значит, там заявление у меня отказались принимать. Отказались принимать заявление. Меня вытащили больше 2000 гривен из сумки и 350, почти 400 долларов. Плюс украшения. У меня отказались принимать заявление. Это статья грабеж, разбой. После чего мне угрожали корочками ментовскими. Просто угрожали. Я подала еще раз заявление, еще в одну прокуратуру. Там тоже надо мной посмеялись. Вот, кстати. Так вот они делают. Следующее заявление. О том, что у меня снова украли вещи, все избили, украли вещи и деньги. Ноутбук и все остальные вещи. Заявление не приняли. Я подала еще одно заявление. Но уже вообще думаю, хорошо, пойду по другому плану. Мне надо как-то уже на этого человека, именно на заказчика, который заказывает вот это все. Их, в принципе, пара человек, и я озвучиваю их постоянно. Они звонят милиционерам и угрожают там, ну это рэкетиры, или я не знаю, как их называть, что там не надо, чтобы она подавала заявление туда-сюда. Вот еще одно заявление, которое я подала. Протокол. О том, что надо мной издевались, шантажировали, вымогали деньги о порче имущества. Этот человек испортил мне норковую шубу, поломал мой ноутбук, порвал мою курточку, испортил, украл из моей сумки деньги. Заявление не приняли. Пришли ко мне домой милиционеры, откажись от показаний. Они будут меня убивать, грабить, а я должна отказываться от показаний. Вы знаете, что мне написали, значит, на конверте вместо улицы? Выгоняй ее. Сумська місцева прокуратура. Вместо улицы написали. Это как понимать? Это как понимать вообще? Вот эти все побои, все это ничего не значит или что? У нас в стране можно убивать людей. Воровать вообще, вырывать телефоны, воровать вот это все, убивать, и это все будет безнаказанно. Это что? Можно туда не ходить, да? Можно не обращаться к этим лицам. Или озвучить их фамилии. Какие-то несчастные копеечки у человека. Я заработала копеечки какие-то несчастные, и те вырвали из рук. Вырвали из рук. Украшения, деньги, все. У меня даже уже не оставалось никакого выхода. У меня уже не оставалось никакого выхода. Я просто не могла найти себе работы. Я пошла уже в военкомат. Думаю, пойду в службу по контракту. Пошла, сдала медицинские, значит, все бумажки, что я психически нормальный человек, что я могу пользоваться табельным оружием, медкомиссия, все остальное. Взяла характеристики, значит, у меня все характеристики, что я не алкоголик, не наркоман. Вот подписана характеристика. Депутатом областной рады, міський голова, значит, что я спокойно, вичлива, не конфликтна, ну, туда-сюда, в общем, характеристики, все. Вот, пожалуйста, то, что я хотела пойти в службу по контракту, потому что у меня выхода не было никакого. У меня не было никакого выхода. И вот я хотела пойти в службу по контракту, но у меня не было даже денег на билет поехать. Это полная нищета была. У меня даже не было денег. Там 2 анализа надо было заплатить. У меня не было даже денег на эти анализы. Не было у человека денег. Вообще. Мне в службе по малоимущим дали 300 гривен. 300 гривен дали. Всем, чем могли, помогли. И то благодаря нашему депутату. Щиро вам дякую. Ви мене спасли від голодної смерті. В общем, не дают вообще ничего не дают. Не выйти на улицу, не пообщаться там с какими-то людьми, не где-то поработать не дают. Избили прямо в ресторане, избили. Ни за что. Потому что на конверте Сумська місцева прокуратура написано вместо улицы «Выгоняйте ее». Это кто такой умный? Василенко Петя? Или министр внутренних дел? Чтобы так издеваться над человеком. Криминальным структурам, полицейским и всем остальным. Это что? Это что такое? Я хочу спросить просто. У меня уже просто нету сил. Нету сил. Тем более у меня вот рядом точно такое же происходит дома. Точно такое же. Я сначала думала, что это какие-то там гонения, может, на христиан, потому что я в церковь православную хожу с самого рождения. Думала, может, это гонение на христиан. Может, думала еще что-то, но... Как мне объяснили, что им нечем заняться. У них нету работы никакой работы у них нету. Им вообще заняться нечем. И они издеваются над людьми, потому что им нечем заняться в этих органах. У них нету никакой работы. В общем, вот.